Всем привет, ребята, с вами Геймер от канала Геймич. Мы продолжаем проходить игрушку под названием Соль и Священник. Соляной Священник. Значит, что мы закончили прошлую серию? Мы убили босса где-то. Так, тут надо опять свет, да? Окей. А прошлую серию мы закончили тем, что мы убили босса. И все. Мы, короче, одну локацию прошли, убили босса. И мы не смогли пройти дальше на следующую локацию, где-то тут вот вниз, когда мы падали. Здесь вот. Не смогли пройти, потому что там мешает, мужик не открывает. А еще там какой-то сундук, я помню. Но я до него не долетел вроде. И решил, что не стоит пока что. Так, здесь что-то мне надо было. Здесь мне надо было вроде по каким-то плитам прыгать, я помню. Я не пропрыгал по ним. Ага. Это что за единороги, блин? На, норог насадил! Убил! Да что ж там за босс тогда будет, если меня убил единорог? Что? Ехать. Чё ж там за босс такой-то жесткий? Если меня единорог там что убил? Вообще ничего не видно, прикинь. Хоть так сказать. Так, ну ты готов, в принципе. Это легенький. Казалось бы, он под землей, а он легенький, жесть. Зато единорог тот, капец, норог насадил и убил. Моментально причем. Так, это где? Это где-то вот тут. Они начинают, да, вот они начинаются. Я, блин, как на босса сейчас забафаюсь, я тебе отвечаю, потому что их там трое. Мне страшно просто с ними драться. А казалось бы, с одного удара просто убил. Куда удрал? В смысле ты не с одного удара сдох? Что, сдурел? Какого перепутали с одного удара с доктором? 1000 монет. А, это ж я с босса выбил деньги, да? Да. Да, сейчас тратятся деньги с босса. Я здесь уже не буду просто поджигать ничего. Не так нормально. Не так нормально, я и так почти ничего не вижу. Важно. Тихо. Аккуратно. Где-то спуск, все хорошо, пропрыгнули. Все, видишь, поднялись. Поднялись, вот хорошо. Опять эти твари. Блин, они страшнее босса. Реально. Намного страшнее босса. А где там у меня свечка была? Все, я готов. Ага. Я тебя ударил! Я тебя ударил! Что ты мне рассказываешь? Я же правильно понимаю, я должен туда пройти, чтобы залезть на эти платформы начать. Это, как я говорил, жесткий паркур. Это тот самый жесткий паркур. Тяжелая так реально тяжелая. А ну, курок. Курок хороший. Смотри. Быстрее стал, реально. Намного быстрее стал. А потом еще когда четвертую, пятую броню там прокачаю на шине, там же еще 20 кило добавят. Тихо! Ебать! А я случайно на него налетел? Я не специально. Может, давай в них что-то кинем?
Давай реально мне что-то кинем. У меня есть какие-то бомбочки. У меня есть кунай. Чем мне кунай? Страшная тайна, что содержимое бирки горшок. Я не знаю, чем мне поможет, но все же он мне должен помочь. А, кстати, факел тушит вот то зеленое свечение, а вот этот мой огонек потушит, интересно. Бля, реально потушил. Типа у него свет куда ярче моего, да? Офигел, что ли? А, я здесь хотел рывок дать, я, кстати, бы упал бы, если бы дал бы рывок. Вот если бы я дал бы рывок туда, я бы упал. Так, я здесь помню, он там направо босс был какой-то, но до него надо долезть. Так, все. Аккуратно. Я на всякий случай просто пробиваю все это подряд. Да ну иди ты нахер, блин. Горшок фигня. Хорошо, что я его просрал. Я 5 минут мучаюсь с этими оленями, хотел сказать. Лосями хотел сказать, блин. И вспомнил, что это единороги. Что я сделал? Я зачаровал оружие. Нафига я зачаровал оружие? Я что, с кем-то драться сейчас собрался? Я ж пока дойду, оно спадет. Допустим, с ним. Все. С ним легко. Там либо один тяжелый, либо два легких, а я одним тяжелым все равно долбану. Что это скрипит? Это неужели... А, это стул, блин. Я-то думаю, что скрипит? Я уже думал, клавиатура начала скрипеть. Типа, с какого перепуга клавиатура может скрипеть? Что там может не скрипеть? Так, разгон. Разгон у него. Ага. Адиос. Там мне реально сыкотно, ты чё? Ай, свалился. Все, убил. Им надо один или два удара, но... Блин, это трудно. Все, убил, наконец. Спасибо большое. Большое спасибо, я их убил. Куда это я попал? Разрушенный храм. Опять? Так я здесь был, не? Это куда? Озеро Сиам. В смысле? Не понял. Так, надо карту врубать, потому что я уже запутался. Ага, все понял. Это значит сюда. Это сюда. Не понял. А, так тут тупик. Сейчас пойдем. Сейчас найдем, сейчас придем. Вот тут надо. Угу. Капец трудно. Блин, капец трудно, реально. Жесть трудно. А наверх-то как залезть-то получается? Что-то не понял. Последнюю секунду прыгать? Ага. Ага. Реально, что нашел? Талисман храмовника. Это какой-то талисман храмовника, а ну-ка. Это вот сюда? Да. Деревянный талисман, покрытый переливчатым воском. По иронии, именно такие изделия продаются как защитный амулет. Добавляют вашим атакам урон от света. Так у меня он есть уже. Принц. Да, разобьюсь. Почти разбился, кстати. Так, все, теперь надо по прямой направо. Ага.
Ну да, тут надо в последний момент прыгать. Оп, синее освещение пропало. Оп, синее освещение пропало. Оп, 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 пропало. Все. Здесь тоже нужно в последний момент. Так. Так. Нет! Тихо! Блин! Блин, это в начало возвращаться. Ай, капец. Или можно... А, так можно и вот так вот. Хорошо, можно так. Раз. Два. Три. Четыре. Блин! Плохо, больно. Я пока до босса дойду, я уже все потрачу здесь, я тебе отвечаю. Так, короче, до оленей можно не доходить, ну, до этих, до единорожков. А, это отсюда надо. Блин, рано. Вот так. Вот так, вот так. Хорошо. Так, все, стоим. Раз. Двас. Трис. Хорошо. 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 Нет! Что ж ты, блин, так подставляешь, реально? Это половина дороги получается, да? Это так, половина дороги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Упал. Давай молитвой вылечусь. Как раз использую вот это и все. Меня не будет. А как я с боссом драться буду? О, прикол. А как я с боссом буду драться? Если я забафаться не смогу. Точнее, забафаться я смогу, а дальше у меня все, энергия на нуле будет. Ну, как-то будем пробовать. Тихо! Красиво было бы, кстати. Так, ну это чисто паркур пошел. То, что я тебе говорил, в этой локации будет паркур. Это еще за 2-3 серии до этого. Что ты делаешь? Нафига ты выпил еще одну банку? Я что, мало до этого было? Или оно настолько вкусное, что ты хочешь еще и еще? Раз, два. Ничего, что ты там перепрыгнул, не? Не, ничего. Так, ладно. Идем. Прыжок. 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 Шаг. Шаг. Прыжок. Прыжок сильный. Прыжок слабый. Прыжок слабый. Прыжок. Тихо! Слабый. Там, короче, два сильных, да, получается, пока что идет. После этого надо будет опять сильный дать. Так, значит, смотри, сейчас сильный. Раз. Поднялись. Поднялись. Теперь два шага. Раз. Два. Три. Сильный. Слабый. 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 Сильный. И сильный. Хорошо, допрыгнули. Так, сундук соли. А сохранить можно? Где я нахожусь? Где-то нахожусь. Вверх лестницы нету, да? Надо понять, просто где я нахожусь. А, все понял. Хорошо. Тут не знаю, вниз ли можно. Опа. Здравия всем. Здравия желаю. Это куда меня? Перепутал все. С боссом теперь точно не файт. И фартанет. Ага, все, понял. Это ближайший путь к боссу.
Это сократит дорогу. А, допустим. А, это сундук. Здрасте, еще один секрет нашел. Черный смокинг. Да, ну понятно, что черный, потому что я его вообще не вижу. Как он выглядит? Он черный на черном фоне был, это жесть. Черный смокинг, высококачественный шелковый пиджак, в уникальном стиле, заметно поношенный. Заметно поношенный. Так. Значит, смотри, у нас впереди сейчас, вот тут вот где-то будет распятый дувачок. Распятые все на колях. Приказ господина. Где-то должен быть спуск вниз, мне кажется. Ой, блядь! А с какого перепуга вы ожили тут резко? Я смотрю на карту, а вы меня убиваете. Спасибо. Я испугался. Фу. Идите нафиг. Я испугался. Я серьезно испугался. Ну прикинь, смотришь в телефон, а там тебя за ПК, блин, кто-то рубит. А было бы рядом там сохранение, было бы вообще четко. А то бежать здесь все время далеко. Вот с ним легко, вот у него один удар, у него сбивается баланс, как у меня, в принципе, после каждого удара, вот это прикольно. Кстати, ножницы прикольны тем, что еще если ты рубишь плоть, то они пачкаются в кровь. Этого оружия вроде не пачкалось в кровь. Тут же сохранений нет, да, все-таки? Да, нету, хорошо, плохо. Замечательно, прекрасно, удивительно, опасно. Смотри, здесь, получается... А! Они встали, они пропали. Вот вы крысы все. Давай. Тихо. Хорошо, все, справился со всеми. Теперь вот так вот делаем. Лошадиное ухо. Нафига мне лошадиное ухо? А где спуск? Вот надо пройти, чтобы они ожили у подруг. С какого прихода ты ожил сам? Фига. Убьет. Убил. Спасибо. Благодарю. Очень сильно помог. А, так то не спуск. Или спуск. Не понял. Короче, не важно. Лёх, брат, ты видел, он перепрыгнул мой удар? Вообще офигевший. Во, сохранение, спасибо. Ага. Понял. Так, понял, это я уже отрабатывал когда-то. Это я когда-то уже отрабатывал, так. Ага. Вот теперь надо прыгать. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ай, сейчас упаду. Ну тут тоже тайминги надо словить. Во-первых, понять, где что находится, а во-вторых, тайминги. Так, хорошо, прекрасно, хорошо, спасибо. Блядство! А это обидно было. Не долетел, чуть-чуть не хватило. 7000 существо создано. Надеюсь, оно там не наверху летает, а внизу будет, да? Потому что мне легче внизу шубить, чем там наверху опять тусить с ним. Спасибо. 350 за него. Куда ты летишь, дурачок, что ли? Почему нет магии гравитации? Ой, больно было. А, понял, пропустили.
Хорошо. Вверх. Вверх. К стене. Прыжок. Поднялись, все, спасибо. Еще темно. Темно, жестко темно. Так, а тут у нас что вообще находится? Тут у нас та же самая тема. Спасибо! Это какой-то секретный проход, да? Значит, надо его забрать, получается. Реально какой-то секретный проход, слушай. Надеюсь, там не бот, потому что если там босс... Ой, бля. До него очень трудно добраться, если это босс. А еще у меня уже мизинец болит нажимать вот это все. Это ж на левый контрол работает только. Вот у меня мизинец уже болит от этого. А ты чё? Любил, что ли? И почему я начинаю с потерянным хп, кстати? А, это максимально хп теряется. Ага, понял. Это когда я падаю, максимально хп теряется. Я понял, все. Блин, сейчас ждем. Теперь начинаем. А, я опять пропустил. Во, попал. 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 Хорошо. Хорошо. Мне бы свет, пожалуйста. Ладно. Превратилось в потустороннее существо. Получается, оно сейчас где-то тут летает, да? Или где оно летает? А, оно там летает. Бля, как я его должен по-вашему убить теперь? Опять рано. Короче, это паркур. Все. Делаем паркур. Рано. Ждем. Хорошо успел. Попал. 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 Все. Допустим. Валя, спасибо. Хотя бы здесь поставили его. А ну, если я пропью божественную защиту, я все равно умру. Так, раз. Да, я умер все равно. А там, возможно, просто выхода нету из-за этого-то. Скорее всего, да, там выхода нету, из-за этого мне не дают туда попасть. Ну, точнее, я умираю сразу. Так, а направо босс, по идее, да? То есть здесь секретка, а направо босс. А. Так, ну тут тайминги уже ловим. Почти. Почти словили. Перелетел, что такое, подумаешь? Вот так, хорошо, спасибо. Убил, да? Хорошо. Хорошо, тогда прыгнул. Дальше что? Замерзший реликварий. Ну, это тоже у нас предмет, короче, ремесленнический, стопудово. Да, вот он. В этом реликварии когда-то хранились кости героя, высокопоставленные критики, брали его с собой, с помощью можно его улучшить. Да. Так, осталось здесь допрыгать, получается, да? В смысле? Воу!
допрыгнул. Это что такое? Небо в бутылке, склянка во что? Это какая-то вера, что ли, другая? А можно о предмете почитать, не? Брать предмет. Небо в бутылке. Вместилище вечной энергии превращается в жидкость огня и неба. Огонь, пылающий душу, превращается в жидкость. Слушай, браток, здоров. Приветствую, путь. Ты обнаружил святилище, принадлежащее хранителям огня и неба. Мы чтим небо, ибо на нем вишит бесплотный узор огня величавого источника магии. Теперь, когда ты нашел наше убежище, хочешь ли ты принять богов? Нет. Знаешь, что я сейчас сделал? Я ж могу... Ах ты ж говнюк! Не то. Как там можно... Вот, хрустальный шар, только работает шар с хрусталем внутри него, обычно из каких-то духов божественного происходящего. Разбить и светить, чтобы обратить его в свою веру. Свою веру, да? Давай, чё бы нет. Как раз опробуем, что это такое. Возможно, их всего три штуки. Как его разбить? F. Всё, моя вера. Гуляй лес. Так, значит, здесь мои бутылки были, а здесь у меня было вот это. Сундук соли, давай сундук соли я юзнем, чё бы нет. Как раз один уровень хватит стопудово. Не хватило, 3000, какой? Должно быть 7. Ладно. Так, это берем, это что у нас? Его звук может усилить, чтобы восстановить энергию. Быстро восстанавливает энергию. Ага, боевой рок восстановит энергию. Энергия это что? Ну блин, я не знаю, но мне надо, не надо. Без понятия. Так, короче, вот так. Стоп, я ж могу еще кого-то, да, подношения какие-то? Нет подношений. Смотри, нет подношений, прикольно. Каменный проводник. О, проводника как раз можно. Так, давай сюда подношения проводника. Да. Все. Сейчас, если упаду, то я не виноват. Пизданный, да? Нет. Пизданный, да? Да. Оу, красиво, просто вниз, ты понимаешь, красиво, вообще красавец, залетел. Мне интересно, там есть что-то вообще-то? Ну, есть смысл туда залазить, пробовать? Честно, я без понятия, что там находится, но, возможно, есть смысл залазить, возможно. О, залез, смотри, залез. Сундук нашел, прикинь, есть смысл. Обугленная книга, что это такое? Ну, это же предмет, правильно, это не может быть опять какая-то вещь. Ля, вещь какая-то. Светлая книга со священными сказаниями когда-то высокопоставленный клирик берег ее, можно улучшить оружие. Короче, я вот так это сделаю. Все, понял. Это можно было спуститься по-другому. Бля, а теперь мне спуститься вниз надо. А как мне спуститься? Мне вниз надо спуститься. Как мне вниз спуститься? Как? Ой, ебать, не так же. Ладно, все равно. Все равно не спускаться, соль просрал, забейте. Меня кто-то бьет. Мышь залетела эта сраная. Соль вернулась. А, не, фиг там. Че ты стоишь? Магазин. Где есть проводник? Переместиться. Разрушенный храм. Не есть смысл туда идти? Не знаю. Мне кажется, быстрее будет, если я так спущусь. Так, давай-ка думать. Так, точнее, не думать давай. Ага. Ну да, там босс. Видишь, вот это его уже платформа, скорее всего. Не уверен, но возможно.
И где-то еще одно клеймо надо получить. Правильно? Ты что дерешь? Офигела вообще? Я умер здесь, правильно? Но я могу в стенку вцепиться во время падения. Если я, конечно, смогу это сделать. Так, хорошо. Не могу, все, не могу. Надо понять, как мне это вообще сделать, перепрыгнуть. Пройти, точнее, как это. Как это... Иди в пень. Хорошо. 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 Спасибо. Спасибо. Я выжил. Спасибо. Спасибо. Я выжил. А вот здесь не выжил. Вот здесь я не знаю, как уже. Что-то пропустил. Так, теперь давай по карте ориентироваться, потому что мне надо запомнить, где какие эти платформы. А на карте их показывают, кстати. На карте показывают очень-очень мелко, знаешь, как какими-то кубиками непонятными. Но все это показывает. Ебать, вот это я улетел. Сейчас потрачу еще кучу времени на то, чтобы спуститься, потом будем с боссом морочить голову. Все, жесть. На! Удар вниз, все. Готов. Блин, реально, была бы магия гравитации, было бы намного легче. Я бы ради этого магию выучил бы стопудово, я тебе гарантирую. Я бы ради этого выучил бы магию, 100%. Нет! Ну высоко для тебя, реально. Получается, если брать его рост, это 2 метра. Допустим, это и есть 2 метра, его рост, ну, меньше, разумеется. Вот так стандартный рост, да. Получается, статуя за 3, это статуя где-то 6 метров высотой. Значит, а я падаю где-то с высоты хер знает какой. Ну, то есть, я сейчас пролетел метров 20, стопудово. Если не больше. От 20 до 30 метров я пролетел. Это получается, это считает чуть ли не с 10 этажа прыгнул. Разумеется, он разобьется. Дурачок, что ли? Чё ты ко мне приперся? О! Спасибо. Спасибо, буду жить. А вот это ты зря! Вот это ты зря, блин! Зачем ты сразу прыгнул? Дурачок, что ли? А ну слушай, а давай-ка... где он, в общем? Где находится, какое находится святилище, мне интересно. Переместиться в... смогу переместиться в... Это как вообще называется? Солевой у меня нет, разрушенный храм. Разрушенный храм? Нет, это далеко. Кстати, надо будет вернуться в разрушенный храм и там одно место пропустить. Или все-таки можно в разрушенный храм. Смоляные леса, вот где там смоляные леса? Давай смоляные леса, где у нас там сохранение? Или это оно и есть? А, это оно и есть, я понял. Спасибо. Спасибо. Так, это у нас озеро Смла. Озеро Сиам, вот, спасибо. Вот на озеро спасибо, вот реально спасибо. Вот с него ближе всего, скорее всего. Да, все, с него ближе всего. Дедушка, привет. Огромное спасибо тебе, реально. Вот видишь, а я бы сейчас пробовал бы, тыкал везде бы
по карте искал бы, ну не по карте точнее, а просто тыкал бы, искал бы по святилищам, там, где я, как я, зачем. Наверное, все перепробовал бы, ну, 70%, потому что фиг его знает, где, что, когда. 70%, потому что я помню, что начало, разумеется, проходили, все нормально. Так, теперь к боссу. Теперь к боссу. 10 минут есть еще серия, идем к боссу. А здесь может сохранить... Нет, не здесь. Где он сохранит? Ой, я не помню. Блин, ну не... Пожалуйста, только не это, не уставайте. Я не хочу с вами драться. Я не хочу с вами драться. Вот стойте там, стояли, стойте там. Так попробуйте прийти, вы, пожалуйста. Все, я к боссу. Адьос, ребятус. Вот, все, босс, видишь, 4. То есть, возможно, когда все горит, тогда он самый легкий. Вот сейчас проверим. Если он будет легче, чем эта ведьма, да, все-таки, чем больше фонарей, тем легче. Вот так, и готов. Так, Карс Джо Свирепый. Карс Джо Зе Свирепый. Как тебе сказать? Ага, он владеет тенями, я понял. Слушай, реально, чем больше фонарей, тем легче, казалось. Реально, он меня не пробивает тупо. Тупо не пробивает. Хотя 3 удара он бы меня кокнул. Это типа разминка, да? Все, готов. Просто с первого раза, слушай. Реально, чем больше фонарей, тем легче. Я это уже все понял. Я это понял, я это осознал. Так, значит. Вот так и восстанавливаемся. Тут мешочек какой-то. Разумеется, возьмем. Коробка соли. Коробка соли — это хорошо. Все, дальше ничего нет, ничего. А, дальше есть проход какой-то. Еще мешок, панцирь, пави... Вода? Погоди, там какой-то панцирь даже. Панцирь — это щит, стопудово. Вот панцирь, я знаю, это щит. Панцирь Павиза. Кстати, какие у тебя характеристики? Ну, фиговые, конечно. Не, ну хороший, сбалансированный, ну... У меня есть покруче. А необычный щит, изготовленный из панциря гигантского морского изопода. Короче, я понял, тут какое-то морское чудовище еще будет, ремесленники. Из племени... Тетриодонов прибрежье укрепляет эти изначально прочные панцири, сохраняя при этом их впечатляющая легкость, в результате это большой щит превосходной защиты от снарядов, стрел и камней. Так, хорошо, это мы прошли. А, все, прошли. Еще что-то получил вроде, но не важно. Ну да, все-таки, короче, чем больше свечек горит, тем легче убить босса. Чем меньше свечек, тем труднее его убить. Получается так. Надо подумать теперь, куда идти. А что думать, давай-ка на этом серию, наверное, закончим, чтобы нет. Либо, нет, смотри. Смотри, сейчас используем... Встань. Сейчас используем... Так, вот это убираем, вот это нафиг тоже убираем, вот это убираем. Так. Святилище, где есть проводник. Давай, святилище, где есть проводник. Нам надо, получается, в... Где-то я пропустил одно место. Это разрушенный храм. Разрушенный храм, спасибо. Получается, в разрушенном храме я где-то пропустил одно место. Так, тут проводник есть, давай-ка я куплю у тебя этих игроков еще. Магазин. Давай штуки, штук 10. Как будет? Я, конечно, потрачу еще 1-2 максимум, скорее всего, но все же, пускай будет. Это куда? Это куда-то вниз.
И тут еще ниже. Ага. Не, мне не сюда надо. Мне выше надо. А как выше попасть-то? Ага, я могу вот так и вот так. Во. Здесь ничего вроде бы нет. Ага. Хорошо. Прекрасно. Спасибо. Значит, мы вот здесь вот вроде бы не были, да? Вот здесь вот мы не были. Тут просто. Вот здесь вот мы как раз таки и не были. Вот тут вот. Внизу точнее не были. Да и наверху вроде не были. Да, видишь, не забрали. Правильно ж. Да, я попал. Да, здесь можно будет вниз потом упасть, пойти налево. Сейчас разберемся, короче. Икра? Бриллиантовая икра? Что? Зачем? Зачем мне икра бриллиантовая? Погоди. А, у меня есть такая уже. А, блюдечко с небольшой рассыпью бриллиантовой икры. Это икра малого крикана. Короче, кракена, детеныша кракена, скорее всего. Нерожденного и хрупкого. Бриллиантовая икра ценится на континентах как деликатес, но еще больше как сильный алхимический ингредиент. Окей. Так, там кто-то был вроде бы. Давай сразу забафаемся, чего нет. А, это паук. Он сразу сгорит. Так, это что? Ух ты. Ух ты. Проход открыл. Наруто. Так, а я аж тут был. Зачем я сюда вернулся? А зачем я сюда вернулся? Я что-то здесь забыл или что? Я не пойму. Здесь я вроде бы все забирал, не? Да, вроде все. Или не? Или да? Или не? Трудно сказать. Легче показать. Так, смотри, значит, направо я не ходил, что ли? Или ход... А, да, и сюда я не ходил. Да, вот я не ходил. Правильно? Или ходил? Не, сюда я ходил. Да, сюда я ходил, здесь я был. Так, духов нету, хорошо. Все, сюда ходил здесь ворон. Все, они меня не нравятся. Значит, духи тут не нужны. Что у нас по времени? По времени пару минут осталось, но не важно. Хорошо. А здесь я не помню, здесь я был, не был. Должно быть, был. Да, здесь я забирал. Хорошо. Значит, здесь я все забрал. Налево подняться вряд ли выйдет. Хотя попробуем. Да, не выйдет. Здесь надо свет врубить. Здесь собаки какие-то. А, так я же здесь был вроде. Все. Забрал всех. Здесь, возможно, что-то мне мешало. Я не помню. Я вроде бы тут уже забирал все, что надо было. Да, я прах фарфорового утопленника. Хорошо, я выжил, спасибо. Да, здесь я забирал стопудово.
Если я был стопудово, так что нет, все. Так, во-первых, время вышло, во-вторых, все-таки надо забрать то, что я хотел. Так, не то. Не важно. Не важно, что не то, важно, что то. Мне куда-то сюда надо было, да? Ух ты! Спасибо. Здоров. Спасибо, здоров. Как мне туда попасть? Как мне туда попасть? Есть понятие? А, туда через другую локацию попасть. Ну ладно, значит, давай на этом закончим. Ссылка на плейлист будет в описании под видео, как ты уже знаешь. Так, еще раз, а то я сбился. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.